Итак, всем привет, с вами снова Blacks325. И сегодня мы с вами будем делать сравнение бакуганов. Это часть четвертая. И сравниваем мы сегодня, как вы уже поняли, хаос бакуганов первого, второго, третьего, четвертого сезона. Ну что же, и сразу давайте начнем, потому что новостей у меня никаких нет, работаем так же. Кстати, сегодня у Мефлиса днюха, так что вы его поздравляйте и пишите в комментариях, днюхай Мефлис, чтобы ему там приятно было. Так что я сегодня иду к нему на днюху, это офигенно, наверное. В общем, вот так вот. Ну, давайте начнем. Первый бакуган — это Блейд Хаус Тигрера. Как вы видите, окраска ее такая. Цвет белый, основной цвет хаоса. И темная, и не темная, а это золотой. Это белый с золотым цвет. Белый с золотым. Вот так вот. Теперь смотрите, чем различается теперь окраска второго сезона. У второго сезона появляется немного синеватость. Такого голубого цвета у каждого бакугана, и золотой цвет, но все-таки остается тут еще красный, это потому что это бакуган Кибергелиус, все его знаете, вы, да? Это Кибергелиус, вот, у него немного синего есть, так что, ну, у него красное есть, но у всех бакуганов второго сезона есть синее, синее это как бы главное, вот такая синеватость придает, вот поэтому различается. Тут не было синего, а тут синий появился. Это вот впервые так, то есть, напомним, бакуганы первого, второго сезона, ну, Акваса и Саптера, они первого, второго сезона не отличались, ну, они были одинаковые по цвету окраски, а тут уже как бы чуть-чуть различаются. Теперь давайте дальше смотрим. Аранот. Ну, смотрите, это Хаус Аранот, у него исчезает голубой и золотой цвет, и появляется желтый. Желтый с белым. И еще оранжевый чуть-чуть есть. Вот, видите? Оранжевый, конечно, чуть-чуть есть. Вот. Конечно, тоже хаоса. Тоже очень хороший бакуган. Вот поэтому, собственно говоря, второй сезон... Меняется окраска у второго и третьего сезона. Теперь давайте посмотрим четвертый сезон. Ну, четвертый сезон, тут все и так понятно. Бакуган, значит, был желтый и этот, а только остался металлический, я его называю серый цвет с белым, или металлический такой, просто с белым. И больше никакого цвета не осталось, ой, только белый. Вот так вот. Что же, мы посмотрели, как различаются окраски. Теперь давайте откроем каждого бакугана. Так, Хаус Тигрера открывается полностью легко. Так вот. Она открыта полностью. И у нее 500G. У нее 500G, но я не показывать не буду, это время отнимает. Собственно, раскрытие у нее очень легкое, как мы видим. Просто вот есть вот так вот, а можно вот так, хопа, соединить. Подождите, я раньше не знала, что так можно открывать. Вот видите, когда у меня Тигрера Вентуса была. Тигрера Вентуса мой первый бакуган был. Это было круто. Ну, в общем, вот так вот. Теперь давайте Кибергелиус откроем. Кибергелиус открытие достаточно. У него потяжелее. Особенно ноги, блин. Ноги у него открыть вообще тяжело. Есть ручка какая-нибудь? Просто, может, я не буду ноги открывать, потому что это не реал. Одну открою. А, нет, прикиньте, я открыл своими пальцами. Спасибо когтям. Собственно, вот он вот так выглядит в раскрытой форме. Сейчас Фостер. Вот. Вот он. Вот такой вот бакуган. Это Кибергелиус. Вторая эволюция Гелиуса. Очень тоже красивая она. Это Турбайн Гелиус. Но просто я потеряла ту штуку, которая делает. Поэтому я его называю Киборг. Ну что ж, следующий бакуган. Это у нас Хаус Аранот. Вот он. Ну, сейчас мы его откроем полностью. У него открываются полностью руки, ноги. Рог надо чуть-чуть дотянуть до полного раскрытия. Хаус Аранот это очень хороший бакуган и очень хороший повар для вашей семьи. Что я сейчас говорю, не знаю. Вот он.
раскрытие уже достаточно, смотрите, такое более интересное, как мы видим, сзади ничего нет уже, вот просто вот тело раскрыли, а вот вообще очень красивое раскрытие получается. То есть довелись, я не знаю, как ума хватает каждого делать, конечно, в четвертом сезоне ничего такого, просто меняют местами, получается новый Бакуган, это я все понимаю. Особенно Баку-комбо, фьюжн Бакуганов каких-то, получается похоже на Розаноида один. Вообще бред. Ну, в общем, он вот так вот выглядит. А, сколько у Киборга Гелиуса G? У Киборга Гелиуса... сколько у него G? А, 800 G у него. А у Аронота у нас, значит, 760. Вот, 760, 800. Ну, поменьше, конечно же, но ничего. И последний Бакуган, это Мета-Драгоноид. Это Мета-Драгоноид. Давно у меня был на него обзор, как мы помним. Очень давно. Еще Dimensions тогда существовал. Вот, в общем, он с дейнокодом. Вот. У него может крутиться G, и там 850, 950, 600, 650, 800, 850, 800, 950, ну, самое максимальное 950. Вот такой Бакуган, ну, раскрытие, оно такое, ну, вообще это Бакуган второго сезона, но его просто сделали в четвертом. Вот так вот. Как-то. Ладно. Ну что же, и теперь давайте научимся их всех закрывать. Тигрера Хаоса закрывается очень легко, мы закрываем просто ноги. Ноги мы закрываем. Ноги. Потом мы ее вот так вот, мы ее хопа. Вот эти две штуки. Вот сюда и вот сюда. Вот. Вот так вот. Вот мы закрыли Хаос Тигреру. Теперь давайте Гелиуса. Гелиуса мы закрываем рог. Потом ноги. Вот эти ноги сейчас я их закрою. Они просто... Вот, вот ноги мы закрыли. Потом мы опускаем голову. Вот сюда. И крылья. Вот. И хвост, да, не надо тоже закрыть, если вы его скрывали. И вот так закрывается Кибергелиус. Теперь Аронота. Аронота закрывать тоже легко. Мы ему руки вот здесь надо. Вот. У него тут есть руки. Вот они. Сейчас. Вот. Рука. Вот она. Ее надо туда вниз. Потом надо закрыть ноги. Вот так. Вот. Правильно, да? Ой, чуть-чуть неправильно, ну ладно. Вот так вот. Значит, потом вот так мы опускаем голову. Так, хопа. Вот, вот так мы делаем. И в конце только вот эту шнягу. Вот. И Мета-Драгоноид. Мета-Драгоноид закрывается легко. Мы ему закрываем рога. Прикиньте, как у меня давно Мета-Драгоноид. Четвертого сезона, а только появился четвертый сезон в России. Пипец. Вот, мы ему ноги закрываем. Башню. Ну, башню мы закрываем, ага. Сейчас приблизим. Собственно, закрываем башню. Вот так вот. Крыло. И второе крыло. Вот, мы закрыли Мета-Драгоноида. С дейнокодом. Так вот. Ну что же, мы с вами сегодня делали сравнение на... Хаос Бакуганов. Ну что же, а сейчас наш любимый интерактивчик. В прошлый раз мы пытались отгадать, что это за Бакуган. Окей. И это обычный Вилда, у которого 780G, и я его использовал на турнире Бакуган. Очень хороший Бакуган. Я его крутил вот так вот. Вот, он хорошо раскрывается. Ну, отгадал его Илья Соколов. Это твоя первая победа. Поздравляю. На тебя могут подписаться люди внизу. Внизу подписывайтесь на него. Ну что же, и ты победил. Ты на шаг ближе к победителям. Ну, а сегодня давайте новый интерактивчик. Если честно, смотрите, его так легко закрывать. Просто взял, сомкнул в кулак, да и все. Ладно, давайте. Теперь попытайтесь угадать, что это за Бакуган. Ну, я знаю, что это очень легко, но все равно попытайтесь отгадать. Сейчас, позвольте. Вот,
Что это за Бакуган? Ну что же, а теперь подводим итоги. Мы рассматривали сегодня хаос Бакуганов. Вот этих хаос Бакуганов. Ну и все такое. Ну все, а с вами был Black325. Подписывайтесь на паблики внизу. Слендермем, Бакумем, Адвайс и Мем Бакуган. Подписывайтесь на канал Бакумем ТВ. Там все самое кульное. Ну а с вами был Black325. Подписывайтесь на, конечно, на победителей. И пишите правильные ответы на сегодняшний интерактив. Повторяет вот этот Бакуган. И, кстати, тоже стихию напишите. Просто я... Да, стихию тоже надо писать. Ну все, с вами был Black325. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И, конечно же, уважайте меня, братаны. И смотрите чаще. С вами был Black325. Всех с Новым годом и днюхой Мефлиса. Пока!